Причиной обрушения торцевых балконов главного корпуса клинической больницы могли стать дефекты постройки. Об этом заявил исполняющий обязанности главы городского округа Жуковский Станислав Сукнов. Сегодня рано утром обрушились балконы с 9 по 1 этажи правого крыла больницы. На место происшествия сразу прибыли специалисты экстренных служб. После обследования они приняли решение о демонтаже оставшейся части балконов. Сейчас обследуются уцелевшие конструкции. Жертв нет, пострадавших нет. Само тело городской клинической больницы не пострадало. И решением комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации, которая была тут же созвана, было принято решение больных не эвакуировать. Балконы навесные, они не связаны с конструктивом самого здания. Зданию больницы мы посмотрели, ничего не убрали. Больница работает в обычном режиме. И сейчас на месте происшествия находится наш корреспондент Светлана Чудина. Она пообщалась с главным врачом больницы и готова поделиться с нами новыми подробностями происшествия. Светлана, здравствуйте. Что сейчас происходит? Здравствуйте, Александр. Сейчас у здания больницы разбираются завалы. Часть рухнувших балконов постепенно вывозится. Для этого задействованы 18 единиц строительной техники. Также на территории дежурят 12 расчетов МЧС. Само лечебное учреждение работает в своем обычном режиме. Только пациенты, которые находились в пострадавшей части здания, были переведены в другие палаты. Причину обрушения назовут после проведения экспертизы. Стало известно, что в августе при плановом осмотре здания в конструкции балконов были обнаружены трещины. Реконструкцию запланировали на середину октября, но, как мы можем видеть, ремонт произвести не успели. Вот что нам рассказал главный врач городской клинической больницы Александр Злобин. Было дано предложение по конструктивной части, по усилению балкона на 11 этаже. Прорабатывался вопрос и выходили на место организации монтажной, которые могли бы эти работы произвести. И намечались эти работы на следующей неделе. Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось. Здание больницы возвели в 1986 году, а балконы пристроили позже. Они служат путями эвакуации при пожаре. Выходить пациентам на них строго запрещено. Александр. Спасибо, Светлана. Моя коллега Светлана Чудина сейчас работает на территории городской больницы Жуковского, где сегодня рано утром обрушились балконы.